Петропавловске-Камчатском не только всегда полночь, в нем всегда зима. То, что вы сейчас видите, это вечер 25 дня апреля. На улице снег, метель, вечереет. Окраина Петропавловска-Камчатского. И в этот зимний апрельский день мы вышли, как обычно, перед сном прогуляться с собакой. Пройти с несколько километров в сторону соседней околицы, соседних выселок Петропавловска-Камчатского.